Вот так, пока приехал в небольшое место сюда, в поле, лески поглядеть. Ох, уже все перебили, перебили, везде переходили. Где ходить? Вики его знает уже, где ходить. Ох, первый сигнальчик от конной телеги верховой. Вот наша речка. Вот теперь мы с другой стороны пляжа. Ходил мы. Где мы ходили? Вон там ходили все. Пока вон новый мостик, вот с другой стороны. Посмотрим. Вот здесь я в прошлом году медальон нашел. 30 лет Великой Победы. Горшочек лежит, думаю, что не сигналит. Здесь сигналит, а это глиняный горшочек был. Глина. Ну, где там золото, монеты? Вот, прямо наверху лежит. Вот партсигара было, что-то такое. Сигарета класть, наверное. Партсигара. Вот его второй кусок лежит. От партсигарочки здесь лежал. Вот ее половиночка. Такой металл появился. На пляже. Валяется. Вот они, где трассы лежат. Вот трассы. Как говорится, на берегу всегда нахожу. Вот и потом уплывет и камень по ногу на пляже. Ой, красиво пляж прошли. С другой стороны не пляж, конечно. Но ничего нету. Так, на эту сторону надо приехать со спецодеждой и маленечко пройти здесь. Может, что намыло, кто ее знает. Вот там как раз с берег прошел я, там новая дорога, а тут старая. И вот такой у нас сигнальчик выпал от старой дороги, советский точно. Типа колесо раньше такое было. Каталка, сеялка, как там назывался. Такая старая петелечка хорошая, можно оставить себе. Вот отпуга, что-то половинчатый. Такую цельную еще не находил. На лошадку ставить, который на плечо. Вот такой сегодня хламчик немножко привез проволочки. Это утречный и вчерашний трос с кольцом. Здесь со свалочки ведро. И мелочь. Сейчас убраться надо здесь, а то и на весы. За недельку только еле-еле собрал 67 килограмм. С гвоздями ровно покидал ненужные гвозди, чтобы было ровно 67. Такой результат, как говорится, за неделю с лишним. Нету металла.